1961 году Юрий Романенко окончил в Калининграде среднюю школу, в армии с 1962 года. В том же 1962 поступил в Черниговское высшее авиационное училище летчиков. В 1966 закончил его по специальности боевое применение и эксплуатация самолетов. Остался в своем училище летчиком-инструктором. В апреле 70-го года приказом главкома ВВС Юрий Романенко зачислен в отряд космонавтов. Первый раз в космос полетел 10 декабря 77 года командиром корабля «Союз-26». Это была первая основная экспедиция на орбитальную станцию «Салют-6». Вместе с Юрием Романенко полетел и Георгий Гречко. Космонавты пробыли на орбите 96 суток 10 часов, поставив на тот момент новый рекорд пребывания в космосе. Поздравляем вас с началом штатной работы. Вот если я поднимаю голову, я вижу Землю. Так, я вижу тоже Землю, Жор. Проходят сполохи на Земле. Да. Проплывают города. Юра, это были вспышки-то не от двигателей, от молний. Да, от молний на Земле. Совершенно верно. Тут я думаю, что они из-за головы в меня сверкают. Вот как интересно. Товарищ председатель Государственной комиссии, программа полета первой экспедиции и международного экипажа на борту орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6 «Союз» выполнена полностью. Самочувствие экипажа хорошее. Командир экспедиции полковник Романенко. Второй полет Юрия Романенко в сентябре 80-го на корабле «Союз-38». Он командир советско-кубинского экипажа. Вместе с ним на станцию «Салют-6» прилетел космонавт-исследователь Тамайо Мендес. На орбите космонавты провели серию медицинских экспериментов. В 81-м Юрий Романенко заочно окончил военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. Третий полет Юрий Романенко совершил с 5 февраля по 29 декабря 87-го командиром корабля «Союз-ТМ-2» вместе с Александром Ловейкиным и Александром Александровым. На орбите космонавты настраивали новый астрофизический модуль «Квант». Работа была выполнена успешно. Космонавты даже провели первые астрофизические наблюдения с помощью его аппаратуры. За время полета Юрий Романенко трижды выходил в открытый космос. С 88 по 95 работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В книге рекордов Гиннесса за 1998 год Юрий Романенко был признан самым опытным космическим путешественником. За три полета он провел в космосе 430 суток, 18 часов и 20 минут. Основатель второй после семьи Волковых космической династии. Сын Юрия Романенко, Роман, тоже космонавт. Всем добрый день. Экипаж «Союз ТМА-15», МКС-21, приветствую вас. Кроме высших советских наград, Юрий Романенко – кавалер орденов и медалей Болгарии, Кубы, Чехословакии, Венгрии и Сирии.